Да, получается? Да. Эконом-класс. О, прикольно то, что прямо находится возле прудика. Такое уютненькое местечко, да? Короче, ребята, здесь вот такие вот, получается, карпы, да, по-японски. Называется коя. Гагарина 41, у вас там по 1000 рублей без кондиционера, да, с вентилятором получается только там. А душ там все есть, да, и туалет там есть, все в номере. И именно двухспальная. И двухспальная кровать, да, именно? Не подставлять. Какую сторону? А то бывает, иногда говорят двухспальная, там просто две кровати вместе соединяют, типа двухспальная. Угу. Кажется, вот здесь, или тут 18. Хорошо, перезвоните, так скажите. Все, спасибо. Так, мы приехали на пограничников, да? Да. Так, я могу подождать, может вдруг еще куда-то ехать дальше. Да я даже не знаю сейчас. Че, Юль? Давай посмотрим. Посмотрим. Да, посмотрите. Алло, алло, Лен. А, привет, мы только что в Крым приехали. Сейчас вопрос с жильем решаем. Алло. Погодку приехали, уже минут на протяжении 40. Находимся в Судаке, Зеленый островок. Вот и погода такая вот удивительная. В 2016 году отдыхали в Крыму. Да все время дождя не было, а тут прямо на протяжении часа фигарят. Я думаю, сегодня будет потоп, наверное, небольшой в Судаке. Прикольная погодка такая, дышится легче гораздо. Вот. Очень куча всяких экзотических деревьев. Пальма, граната, чем только чего только нету. Ладно, сейчас попьем чаечка. Попьем чаечка. Вот наш номер такой. Скромненько, но со вкусом. Даже здесь на стенке вот так вот сделана художественная работа такая прикольная. Все это сделано, так, генуэзская крепость. Это вообще шикардос. Гора Аучак, Аучак, как ее? Аучак, наверное. Может и Меганом. Так? Меганом. Может быть. Кондиционер у нас есть в номере, в принципе. Ну, телевизор как бы, да? Душ. Душ, да, кстати, да, значит, душ я забыл, надо посмотреть. Душ у нас есть. Душ. Душ, туалет. Ну, нормально все так, чистенько, аккуратненько. По-моему, номер нормальный. И все это удовольствие нам обошлось, а там вентилятор включился, зашумел. Все это удовольствие нам обошлось 1500 за двоих. В принципе, я считаю, хорошо, да? Ну, ноутбук это мы с собой притаранили. Кондиционер есть, вот он. Самое главное, мне еще больше здесь всего понравилось, это такой вот балкончик, столик и прям джунгли какая-то, растительность такая вот, экзотическая. Чего нам не хватает в обычной квартире? Вот это экзотики. Виноградничек такой прям здесь. Шикардос. А также холодильничек здесь тоже есть. Вот, холодильничек, чайничек электрический.
микроволновочку подогреться. Значит, я считаю, обалденный номер за такие деньги. До моря 10 минут пешком. Всем привет, ребята, добрый день. Вот мы наконец-то добрались до Судака. Сегодня такой первый день, уже вернее второй. Вчера сил даже не было, после дороги дальней. Поезд, потом машины 6 часов добирались от Анапы. Вот, в общем-то, приехали, остановились вот в таком местечке. Ну, мы посмотрели, конечно, предварительно на сайте, фотки. Но заходим, тут такой, можно сказать, райский уголочек. Вот такие вот, как бы, водопадики сделаны. Он даже монетки даже люди кидают. Зеленый островок. Парковочное место. Раз, два, ну две, я думаю, машина, может быть, даже больше входит. Так, а здесь у нас виноградничек такой сверху. Сверху виноградничек. Все так аккуратненько сделано. Посмотрим, здесь это мангальная зона у нас. Так вот. В общем-то, пройдемся сейчас дальше, посмотрим, что тут еще во дворе есть интересного. О, Валера, доброе утро. Доброе утро. Как хозяин она-то наш. Боже. Да. Снимаем ваш участок. Что здесь у вас интересного. Мне больше всего понравились фруктовые деревья, которые здесь растут. Вот, и супер вот это вот то, что сделано. Вот это вот художественная работа. Все то, что сами сделали, да? Так у вас номер тоже как? Ну, у нас тоже вообще все шикарно, да, вообще. Вот сейчас посмотрим и наш номер. О, Валер, хотел спросить, это какие банановые деревья, да, здесь и хурма там, по-моему? Что хурма? Хурма там, да? А. Доброе утро. Как вчера прям, а днем потом дождь. Гранаты там, да, еще у нас есть? И гранаты, все есть. Инжир, вот это я, по-моему, инжир вижу. Инжир. Это все поспевает в октябре где-то, да, в месяце? Да. В октябре, супер. Виноград в сентябре. В сентябре, да, виноград будет готов? Так что люди, приедете, когда уже, наверное, все будет поспеет. Вон бамбук. Бамбук, он, в принципе, здесь вот вообще прям райский уголочек такой вот прям. А вот и гранат. А, вон гранат, вон он, блин. Ну там он большой. Это просто, да, издалека не видно, ну да, маленькая. Но самое прикольное, это вот мне то, что здесь понравилось, это вот прудик такой, с живыми рыбками. Вон он, ух, нифига себе. Их же можно кормить чем-то, да? Нет. Нельзя ничего? А какие, а какой-то специальный корм у них, да? Да. А чем кормите? Корм для кошек. А-а-а. Вот у нас такие, да? У нас кухня, собственно. Сама кухня, да? Вот такой столик. Зона отдыха. Это у нас чайничек. Раковина здесь. И там еще кухня. Вон там есть люди пока. Есть номер, который своя личная кухня. Есть, да? Это получается стандарт, а вернее там люкс, да, какой-то? Ну, да. Есть эконом-классы, короче, люкс и стандарты, да, получается? Всего две эконом. А, две эконом, остальные стандарты, да? Здесь эконом. Вот еще номера. Это эконом, да, получается? Да. Эконом-класс. О, прикольно то, что прямо находится возле прудика. Такое уютненькое местечко, да? Прохлада. Прям вот. Мне вот нравится здесь, уже нравится. И внутри. Да. А, раковина даже есть. Есть и раковина, ну как посуда, все необходимое, первая необходимость и шкафчик. Все тоже в таком стиле, так сделано тоже. Стенки, Геновесская крепость на стенах. Это номер, это получается эконом-класса, да? Да. Двухместный? Да. А сколько стоит? В зависимости от сезона, времени года, да? Ну вот сейчас вот июль месяц у нас, это будет около стоить. 1000 рублей за двоих. 1000 рублей за двоих. Все, а, все это входит в этот номер и холодильник? На два номера, ага.
Ну, холодильничек есть. Ну, все нормально тут, все работает. Ну, это вот для эконом-зоны, короче, это туалеты. Раковина здесь. Стиральная машинка. Так, идем дальше. Вся такая зелень. Зелень кругом здесь, зелень. Что это? Так, заходим. О, ничего себе, здесь и кухонька, все прям. Холодильничек, кухня, свой чайничек, микроволновочка. Можно цвет? Ну, и здесь получается и туалет, вот, туалет. Все, ребята, аккуратненько, так чистенько все сделано, у нас вообще супер. После ремонта душ, душевая кабинка. Вот, и еще какая-то лестница на второй этаж идет. Это как раз комната, да? Так. Это у нас получается... Ну, двухкомнатная здесь. Это первая комната. У нас стеночка, телевизор такой плазменный, современный. Хорошо, окошечко есть, кондиционер, само собой. И это, Валер, сколько будет стоить? Угу. Тут еще комната дальше идет у нас. О, здесь вообще шикарно. Вот эта комната, мне кажется, самая, наверное, которая лучше из всех, которые мы видели. Тоже есть телевизор. Хорошая такая кровать для спальни. И даже балкончик есть, да, я так понимаю? О, вот он даже. О, ребята, и балкончик. Раз выходим тут и тут фруктовые деревья у нас. Прям под балкончиком. Стульчики посидеть. Удовольствие получить. Что называется. Ну, я бы здесь остался жить. Мне очень понравилось. Виноградничек. Прудик отсюда виднеется. Прям зеленый рай такой, получается, небольшой. В зависимости от времени года тоже. Это сколько будет стоить? Даже на сайте минимально 2000. 2000 в сутки? За двоих получается? Четырех. А, за четверых. Тут четвером можно селиться. Тут четыре кровати, потому что здесь двухспальная кровать. И вот туда мы в эту комнату заходили, и здесь еще две кровати. Это один номер. Это все к одному номеру. Ну, четыре человека могут здесь поселиться. Четыре, семья целая, короче, спокойно. Да, да, да. Шикарно. Я считаю, эти условия вообще супер. По сути, как квартира. Лестница здесь. Ну, а самое в мае месяце, в июне, наверное, дешевле чуть-чуть, да? Так, все время две, да? Две тысячи. Две, а на данный момент стоит 3,5. На данный момент 3,5? На данный момент 3,5. Ну, тут четвером можно спокойно. Да. А пятером? Там если раскладушку поставить с ребенком. Кресло раскладывается. А, кресло раскладывается, отлично. Ну все, идем, ребята, дальше. Беседочка. Беседочка, я, да, я говорю, то, что здесь очень удобно, вот, в этом плане, то, что здесь беседочка. Вот люди отдыхают, и здесь вот балкончик, и здесь рядышком и прудик находится, такое место умиротворения, скажем так, гранат, фруктовые деревья. Да, октябрь, наверное. Ну, отлично. А вот он гранат, вон он гранат. А там уже все занято, да? Там один номер VIP. VIP со своей кухней. Ну, похоже. Газовый. Да, все, не, он как бы, ну, 3-4 человека тоже. Ну, он занят, да, в нормально? А? Занят? Да. Понятно. Сейчас покажу так немножко. Ага. Что, кухня? Ну здесь как бы у них отдельно все, короче, да. Все свое. Да. И кухня, короче, не надо пользоваться ничем. VIP-номер, ага. Ну туда мы зайти не можем, потому что сейчас там люди же проживают, поэтому вот так вот просто покажем. Ну и все, вот тоже виноградники.
понимал, ладно. По крайней мере, для меня. Я вот люблю таких места. Номер телефона и ссылка на Зеленый островок. У меня будет в описании. Вот, ребята, номер телефона этого местечка. Хозяина зовут Валера. Это место в Крыму. Судак. Зеленый островок называется. 8-978-866-42-15. Так что, пожалуйста, звоните. Очень уютно, красиво.